на фрезерование крупногабаритных деталей предназначены продольно-фрезерные станки. Стол у станков такого типа имеет только продольное перемещение по направляющим жесткой станины. Вот одна из наименьших моделей этого типа, выпускаемых Горьковским заводом. Станок 6622. Механизм главного движения, расположенный в шпиндельной бабке, работает от электродвигателя мощностью 7 кВт. Станок имеет две одинаковые шпиндельные бабки с горизонтально расположенными шпинделями. Каждая шпиндельная бабка перемещается по вертикальной стойке независимо друг от друга. При наладке на размер шпиндель, смонтированный в гильзе, перемещается в осевом направлении. В шпиндельной бабке расположена 18-ступенчатая коробка скоростей. Наименьшее число оборотов шпинделя в минуту — 25, наибольшее — 1250. Размеры рабочей поверхности стола 450 на 1600 мм. Механизм привода подачи стола работает от двух фланцевых электродвигателей мощностью 1,7 кВт для рабочих подач и 2,8 кВт для быстрого хода. Коробка подач имеет передвижные зубчатые колеса. От коробки подач движение передается через червяк рабочей подачи червяку реечной передачи стола. Переключением зубчатых колес можно получить 18 различных подач. Скорость рабочей подачи от 20 до 1000 мм в минуту. От электродвигателя быстрого хода движение передается через червяк быстрого хода червяку реечной передачи стола. Скорость быстрого хода 3000 мм в минуту. На этом станке можно включать быстрый ход без выключения рабочей подачи. Это осуществляется планетарным механизмом. Рассмотрим на схеме принцип его работы. Эти две шестерни закреплены на втулке, свободно сидящей на валу. При рабочей подаче шестерня втулки получает вращение от коробки подач через червяк рабочей подачи и принуждает обкатываться вокруг себя зубчатые колеса водила планетарного механизма, жестко связанного с валом. Вращаясь, вал через зубчатые колеса и червяк перемещает рейку стола. Быстрый ход можно включить, не выключая рабочей подачи. Эта шестерня получает вращение от электродвигателя через червяк быстрого хода. При этом зубчатые колеса водила свободно обкатываются вокруг шестерни втулки, которая продолжает медленно вращаться от коробки подач. Станок может работать в режиме полуавтоматического цикла. Уборка стружки производится специальным скребковым устройством. Продольно-фрезерный станок модели 6632 имеет две горизонтальные и одну вертикальную шпиндельные бабки. Размер рабочей поверхности стола 630 на 2200 мм. Вертикальная бабка перемещается по траверсе горизонтально, а вместе с траверсой по стойкам вертикально. Горизонтальные шпиндельные бабки могут быть установлены под углом плюс-минус 30 градусов.
При наладке станка на глубину срезаемого слоя шпиндель каждой бабки перемещается в осевом направлении. На таком станке можно обрабатывать одновременно с трех сторон одну или несколько заготовок. Более крупным является четырехшпиндельный продольно-фрезерный станок модели 6642. Обе вертикальные шпиндельные бабки могут перемещаться в горизонтальном направлении по траверсе одновременно или независимо друг от друга. Каждая горизонтальная бабка перемещается по направляющим стоек и имеет противовес. Все бабки поворотные, с выдвижными шпинделями. Каждый шпиндель получает вращение от электродвигателя мощностью 14 кВт. Коробка скоростей 12-ступенчатая, с передвижными зубчатыми колесами. Переключение скоростей вращения шпинделя выполняют тремя рукоятками. Скорости вращения шпинделей от 47 до 600 оборотов в минуту. Размеры рабочей поверхности стола 900 на 3000 мм. Стол получает движение от двух электродвигателей мощностью 4,5 кВт каждый. Один предназначен для рабочих подач, а другой для быстрого хода. Механизм привода аналогичен механизму станка модели 6622. Коробка подач 18-ступенчатая. Диапазон рабочих подач от 18 до 950 мм в минуту. На этом станке можно фрезеровать одновременно 4 поверхности, расположенные под разными углами и на разных уровнях. Станок модели 6672 с рабочей поверхностью стола 2,5 на 8,5 метров также имеет две горизонтальные и две вертикальные шпиндельные бабки. Управлять станком можно с двух стационарных пультов и четырех подвесных панелей. Траверса и каждая шпиндельная бабка получают перемещение от отдельных электродвигателей. Каждый шпиндель получает вращение от электродвигателя мощностью 28 кВт. Регулирование скоростей вращения шпинделей бесступенчатое. Такие станки являются уникальными и могут обрабатывать заготовки весом до 300 тонн.